все мы это проделаем. Это вы о чем, нянечка? Я о встрече на ринге. Где? Во сколько? После уроков. Ладно. А где? В спортзале. Да? Забыли? К быку не лезть. У него рога есть. А ну с дороги! Как ощущения? Потрясно. Это надо ребятам показать. Три часа мёр не получит по рогам. Это бросить нельзя. О, какая же гадость. А ну! А ну! Что? Вот так! Кому бы сегодня не поздоровиться? И знаете кому? Итак, милашка, ты вот-вот войдешь в камеру пыток Мёрни. Может быть, обговорим правила, бильярдный шар? А? Правило номер один. Никогда не торопись бросаться на противника. Хочешь по тюремным правилам бороться? По тюремным, так по тюремным. Я тебя сделаю! Ну все, ты разбудил во мне зверя! Эта позиция позволяет нам без труда манипулировать противником. А это куриное крылышко. О, боже! Мама! Мамочка! Ручной лом. Лапчатый лом. И мой любимый прием. Соска-пустышка. Вопросы есть? Что-нибудь было непонятно? А, соски в тиски. Это бессмысленный, вдобавок бесчестный ход, который означает, что ваш противник в полном отчаянии. И, наконец... Класс! Как вы учитесь? Просит меня! Можете мне помочь? Мне не пошевельнуть спиной!